Молодые неформалы, так называемые готы, любители всего готического, связанного со смертью, загробным миром, убили, расчленили и съели свою знакомую. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Please hold on for a while. You will be able to... Действующие лица они обвиняются сейчас в том, что они зажарили и съели вашу бутылку. Да, да. Вот она в одного из них влюблена. В кого? С красными волосами или Лобацкий. В чем? Если ты все-таки будешь что-то снимать, расскажи об одной правде. Еще Катя была, Макс был и я. Я позвонил в полицию, да. Я тебя только предупреждаю, что я не святой. В то, что я прочитала здесь, вообще в принципе невозможно поверить. Грош цена ее слова! Готы. Готы и Эмма. Готы? Готов. А что, если я... Год. Спецслужбы предупреждали об опасности молодежных и неформальных объединений. Видите, где я нахожусь, не думаю, что это просто. Да, не надо. Сейчас я думаю, вот, я попросил собрать тебя еще раз. Часть внутренности была употреблена в пищу, значит, в духовке пожарена вместе с картошкой.